Не бойтесь следовать за своим сердцем и интуицией. Они откуда-то уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все остальное не так важно, говорил Стив Джобс в конце каждого своего выступления. И таким образом у нас получилось озвучить текст с помощью нейросети, придав голосу реалистичности благодаря добавлению интонации, которая состоит из тона, темпа и тембра голоса. Друзья, всем привет! По вашим просьбам я решил записать видео, в котором я детально покажу, как озвучить текст с помощью нейросети и как сделать его более реалистичным с помощью добавления определенных настроек. Но перед началом хочу вас попросить скопировать название моего видео и найти его через поиск в YouTube. Затем открыть это видео и продолжить просмотр. Буду с вами честным, этими действиями вы поспособствуете продвижению моего видео и в то же время поможете другим получить ответ на вопрос, как реалистично озвучивать текст. А я в знак благодарности размещу в своем телеграм-канале подборку альтернативных сервисов для озвучки вашего текста. Ссылка будет в описании. Заранее благодарю. Итак, начнем. Для начала переходим на сайт для озвучки, который называется Eleven Labs. Проходим регистрацию, подтверждаем почту. После этого нас встречает вот такое вот окошко, в котором нам нужно будет перейти во вкладку Voice Library. В левой части экрана вы можете в поиске вписать название ранее известного вам голоса для озвучки, который можете потом задействовать, либо же отфильтровать все голоса по настроению либо по стилю текста. Допустим, возможно, это будет какая-то новость либо обучающий текст. Из тех голосов, которые я буду использовать, это голос будет Маркуса. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. И далее добавляю в библиотеку. Перехожу в Speech Synthesis, нажимаю на вот эту вот вкладку и выбираю озвучку Маркуса. Далее переходим во вкладку Voice Setting и находим вкладку Stability. Чем меньше значение этого регулятора, тем более эмоциональней становится речь. В этом окошке вставляем текст и послушаем, как он звучит изначально. Не бойтесь следовать за своим сердцем и интуицией. Они откуда-то уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все остальное не так важно. Ну и теперь добавим пауз. Для этого используем несколько промптов. Первый из них с помощью кода Break Time, в котором мы указываем длительность паузы. Допустим, пускай будет 1 секунда. Также вместо запятой можно заменить паузу на черточки, либо же на слэши. Чем больше этих символов, тем длиннее будет пауза. И нажимаем «Генерировать». Не бойтесь следовать за своим сердцем и интуицией. Они откуда-то уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все остальное не так важно. Вот так вот звучит голос с интонациями и паузами. И теперь еще один промпт, который позволит изменить стиль подачи информации, будто бы цитируют речь. Для этого добавляем кавычки в начале текста и в конце меняем точку на запятую, снова добавляем кавычки. И далее пишем текст, кто это сказал. И также, если вдруг ударение в озвучке было поставлено неправильно, тогда вам нужно будет это сделать вручную. Просто делаете ту букву, на которую падает ударение, заглавной. И нажимаем «Генерировать». Не бойтесь следовать за своим сердцем и интуицией. Они откуда-то уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все остальное не так важно, говорил Стив Джобс в конце каждого своего выступления. Так вот звучит голос, и теперь предлагаю его скачать и немножко его изменить в программе Audacity. Сейчас добавим высоких и низких частот, нажимаем два раза на дорожку и переходим во вкладку «Эффекты», «Bass and Treble» и выставляем необходимые значения. И нажимаем «Apply». Если озвучка очень быстро звучит, тогда можем замедлить. Для этого переходим во вкладку «Эффекты», «Change Speed» и задаем необходимое значение. А если хотите сделать голос более ниже, либо более высоким, тогда выбираете опять-таки дорожку, переходите во вкладку «Эффекты», «Change Pitch»
и задаете тут от значения. Если идем в минус, то голос будет более грубее. Если в плюс, то голос будет наоборот более высоким. Но этого я добавлять не буду, просто вам показал. Ну а теперь послушаем готовый результат. Не бойтесь следовать за своим сердцем и интуицией. Они откуда-то уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все остальное не так важно, говорил Стив Джобс в конце каждого своего выступления. И таким образом у нас получилось озвучить текст с помощью нейросети, придав голосу реалистичности благодаря добавлению интонации, которая состоит из тона, темпа и тембра голоса. Теперь сохраняем в максимальном качестве с помощью WAV-формата. Друзья, а у меня на этом все. Если этот ролик был полезен, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и смотрите другие мои видео, в которых я рассказываю, как, используя такую озвучку, можно создавать контент и монетизировать его на различных платформах.